Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Робзи, и добро пожаловать в Roblox симулятор выращивания слизня, либо просто симулятор слизня. И смотрите, у меня есть вот такой пиночек, он прямо за мной бегает, у него маленькая улыбочка, как видите, вон он улыбается, мой хороший. Мы с вами, ребята, должны вот это чудо, мы должны кормить вот всякими растениями, то есть он за нами бегает и съедает. Он съедает вот эти штуки, траву, не знаю, что это. В общем, он съедает цветочки и растет, ребята. Вот какой-то, смотрите, супер цветок. Так, кстати, он почему-то замедляется. Смотрите, он стал неуклюжим, он так медленно. Сейчас мы съедим этот цветок, посмотрим, насколько мы вырастем. У нас третий уровень сейчас. Вот, сразу четвертый. И открыто какое-то новое лицо. Какое у нас сейчас личико? Ну-ка, покажи свое личико, красавчик. Вот она, наша улыбашка. Так, где наши лица? Вот, фейс. Смотрите, у нас есть вот такое лицо. Так, у нас сейчас четвертый уровень. Вот, смотрите, отлично, шапочки даже, мы можем шапочку ему одеть, вот так, в смысле, а, тебе, за нами шапка летает, нет, не хочу шапки, я хочу слизнячка, с веселой улыбочкой, так, пойдем кушать, кстати, здесь, можно ли здесь сражаться, пойдемте попробуем, кстати, вон у чувака примерно такой же слизняк. Ну-ка, сейчас мы попытаем, как он... Сейчас мы на него нападем. И что будет-то? Можем его атаковать? Не можем атаковать! Ну ладно, мы сейчас прокачаем самого огромного слизняка. Почему он такой у меня медленный? Не поворот... Смотрите, он нормально О, нормально кушает, смотри. Вот он злой какой-то, ничего себе! Ребят, вы видели такого злого слизня? Так, это, кстати, не слизень, это какой-то колобок, у нас симулятор колобка. А, у него шляпа, смотрите, катается. Прикольненько. Так, это моя трава. Почему он такой медленный, а? Почему он такой стал медленный? Смотрите, он еле поворачивается, боже мой, ну скушает и травку. Он у девочки маленький слизнячок, с каким-то расстроенным личиком. У меня он веселый слизнячище. А можно ему как-то скорость увеличить? Я увеличивал за 50 роб... А, все за робоксы. Не-не-не, мы так покатаемся. Смотрите, какой прикольный. Давай хавай, давай. Давай. Так, кстати, здесь кодов нету в игре. Поэтому кодов я вам не нашел. Я искал, но их здесь нет. Так, ты будешь кушать или нет? Смотрите, какой у нас... У нас уже седьмой уровень, он огромный, неповоротливый стал кабан наш. Давай. Вон у чувака, конечно, побольше, но сейчас мы его догоним. Вон, смотрите, сколько здесь цветов. Сейчас мы всех их соберем и дружненько вырастим. Так, зеленые, я как так понял, это самые обычные. Красные есть. Так, красные цветы. Эй, красный куст пропал. Есть еще синий куст. Есть такие блестящие... Смотри, он какой как он перекатывается смешно. Давай уже ко мне ползи, ты лентяй. Смотрите, лентяй уже жуткий, тормози. А может быть лучше я его буду катать? Смотрите, мне кажется, так лучше получается, когда его катаешь. Смотри, девятый уровень. Вот. Так его может лучше катить? Давай ко мне. Давай травушку скушаешь. Давай, покушай, мой хороший. Ну куда же ты? Ну нет. О, скушал, слава богу. Так, давай, побежали. Кстати, здесь можно выбирать имя. Я назвал своего крутого слизня Пиночек. Смотрите, какой он медленный. Боже, неповоротливый кабасик. Здесь можно делать реберты на 11 уровне. Я один уже делал реберт. Первый реберт делается на 10. Следующий вот на 11. В принципе, здесь можно легко реберты делать. Потом быстро покачиваться. Я вижу супер травку. Давай, кушай. Пока, давай я тебя... О, у нас 10 уровень. Кстати, у нас новое лицо появилось. Сейчас посмотрим. Вот. Хо-хо-хо. Смотри, какой злой у нас теперь. Вот это круто. Смотрите, там супер растение. Пойдем, слизень. Догоняй меня, догоняй. Я знаю, что тебе тяжело, что ты большой неповоротливый. Ну-ка. Смотри. Вот, смотри, слопал, красавчик. 11 уровень уже. Поехали за мной, я тебе покажу, где вкусное травище, ребята. Круто. Веселая штука. Так. Если возможно, здесь как-то еще можно драться, я не знаю. Так, эту траву он тоже съел. А если я отбегу от него слишком далеко? Смотрите, трава пропадает куда-то. Не... Смотрите, какая-то шикарная травище. Слизня, догоняй давай меня уже. Хватит там пасти задних.
Ну давай, 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 давай. Крутись, крутись, крутись. О, скушал. Вот эту надо скушать обязательно. Смотрите, она красивая какая. Сочная, вкусная. Пахнет как. Вообще. Так, давай. Наезжай на нее. Во, сразу уровень подняли. Давай такие. Я так понял, цветные круче всего кушать, да? Зеленые такие, так себе. Невкусняшки. Эй-эй-эй-эй-эй-эй-эй. Куда ты покати? Ты что, своей жизнью начал жить? Эй, дружище. Ко мне. Come to me. Пожалуйста, катись ко мне. Он вообще, он устал, походу, смотрите, он пошел со себе там покататься. Ну же, давай, ну пожалуйста, давай катись. Боже, какой он неповоротливый, мамочки моя родная, давай, оп. Сразу несколько трав... Стой, я сейчас тебя буду катать, стой, давай туда. Вон там трава, смотри, сколько травы. Сейчас я тебя буду катать. Знаете, как кто-то катает? Этот жук такой, жук-навозник. Он катает такие свои котяшки. Коровьи, не свои, а коровьи, вернее. Вот я тоже сейчас похож на жука-навозника. У нас, ребята, уже 12 уровень. Мы с вами можем сделать реберт. Так. Реберт. Давай, давай, давай. Ладно, делаем реберт. Опа. Где наш малыш? Где наш малыш? Вон он, смотрите. А теперь он стал шустреньким, смотрите, какой хорошенький. Мне, когда он маленький, нравится больше. Так, у меня уже 2 реберта. Так, у чуваков здесь тоже по 2 реберта. Он у первый уровень. Сейчас мы дадим какую-то супер траву. Супер траву, и сразу ее скушаем, вырастим. Так, смотрите, хоп-хоп-хоп. И уже второй уровень, ребята. Как мы хорошо-то растем. У девчули какой-то. Так, а я могу... А, кстати, я-то могу... превратить его в какую-то шапку. Вот, за 2 реберта, да? Так, надо убрать. О, смотрите, за мной теперь шапка. За мной шапка теперь телепается. Смотрите, ой-ой-ой. Эй, куда пропал? Смотрите, супер-супер-супер цветок. Супер цветочек я люблю. Нет, я не хочу шапку. Шапка неинтересна. Даже не симулятор шапки. Какой-то. Так, давайте. Хопа, смотрите, сразу 3 уровень. Вот это мы круто поднялись. Кстати, следующий реберт у нас сколько? 12 уровней на поднять. Ну, это не сложно, это реально не сложно. Так, скушали эту травку, скушали. 4 уровень. Хай, 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 хай. Так, я хочу найти еще одну супер травку. Кстати, есть еще квесты. Вот, смотрите, мы выполняем квест какой-то. Тихо, 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 тихо. А, она съела мою траву и пнула моего. Ах ты ж, зараза ты такая. Так, 74. Видите, мы какой-то квест делаем. Можно в сторонку как-то отойти. Давайте попробуем квест все-таки доделать. Что это за квест? Так, хорошо. Face Random Slime Color. А, за 10 робоксов можно поменять цвет. Да не пинай ты моего. Я сейчас твоего слизня вообще выпину отсюда. Уберу отсюда, чертовой бабушке. Пинает моего слизнячка. Итак, пойдемте дальше собирать наши травинки. Человек все-таки неугомонный. Так, она моего слизняка здесь отпинала. Так, а если я ему добавлю скорости? А ну-ка, чуть-чуть скорости, он будет быстрее кататься? Во! А ну-ка, слизень, покажи. А, я себе добавил скорости. Ладно, я себе добавил скорости, пускай будет. Естественно, а после реберта она не сбрасывается скорость? Будет не очень хорошо, если она, кажется, сбрасывается после реберта. Слизень, ты будешь догонять меня? Смотрите, он такой медленный. Боже мой, катись ты уже. Вот, тихо-тихо-тихо-тихо. Стоять. Хорошо. Опа. Давай. Я его буду толкать, ребята. Я его буду толкать, давай. Кушай траву, кушай мой хороший колобочек зеленый. Я от дедушки ошел. Я от бабушки ушел. Я к Робзику пришел. О, кстати, можно на нем покататься. Смотри, что можно кататься, ребята. Хоу! Залазим на... В общем, качайте своего слизняка. Потом залазите на него. И катайтесь. Так, сейчас мы сидим вот эту травищу. Давайте. О, смотрите, как хорошо. Да, я управляю слизнячком. Прям как наши футболисты. Мячом. Шутка-минутка. Так. Сколько нам нужно уровней-то поднять? Ну-ка. Вот. А что, я могу наступать, что ли, есть? Нет. Нужно все-таки слизняка направлять. Вот так вот его. Тихо. Не туда. Не. Вот. Иди кушай. Кушай, мой хороший.
Да нет, ну что ты, они поворотливы, ребята. В общем, это жесть, это слизняк. Можно вот так его. Так, теперь стой. Вот тут покушай. Вот, покушай, мой хороший. Так, у нас 9 уровень, ребят. Я вижу он такую розовую цветочечек. Стоять. Так, сюда он, значит, не заходит. Здесь у нас подъем. Так, должны сейчас 10 поднять. Да? Ну-ка. Кушай. Да, 10. Открыли новое лицо. Ну, это которое злое лицо, мы с вами уже видели. Так, хорошо. А можно на нем на скорости запрыгивать? Вот, можно кататься. Все, стоять, слизнячок, стоять. Все. Давай мы станем с тобой личком. Все, ты не будешь кататься. Все, ты угомонишься. Эй! Видели, как он пнулся? В общем, ребята, на этом мы заканчиваем наш симулятор слизнячка. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Ссылочку на игру я обязательно оставлю в описании. Подписывайтесь на канал. С вами был Робзи. Хорошего настроения. Спасибо за просмотр. И всем покедова! We'll be right back.